Всем привет, меня зовут Игорь, вы смотрите канал «Досуг в Абакане». Сегодня 9 мая 2024 года, День Победы. Мы пришли на праздник, здесь все только начинается. Вот видите, здесь вход, И мы сейчас идем к мемориалу Вечного Огня, чтобы положить цветы в память о наших предках, о наших дедах, бабушках, всех тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны за наше мирное небо. Пойдемте посмотрим, что сегодня здесь у нас происходит. Итак, мы пришли в Черногорский парк, чтобы посмотреть на праздник 9 мая. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потушим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропал. Итак, прямо сейчас мы наблюдаем за тем, как детишек учат азбуки, точнее, на флажках, короче, передавать сообщения. Вот видите, как раньше же не было у нас сотовой связи, и чтобы передать сообщения, использовали вот флажковая азбука. Видите, какие большие молодцы, вот, показывают, как раньше было. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом промах. Это праздник с сединою на висках. Итак, наши друзья Федерация бокса проводят конкурс «Сила удара». Еще разок. И? Отлично. 62, запомнил. Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Этот День Победы. Победы,
День Победы, День Победы.